Всем привет, меня зовут Влад, мы продолжаем с вами Shadow Fight, чемпион ямы, вторая часть, надеюсь, пройдем этот ивент сегодня. Вот записываю сразу после той серии, комменты еще не видел, надеюсь, вы уже прожали свои лайки, сделали все возможное и невозможное. Если не поняли, о чем я говорю в видосах, отписались оттуда, подписались на кого-то другого, где вам понятно. А если поняли, то красавцы, спасибо, классные, сердечко вам, поехали. Так, значит, у нас по сюжету с вами и яма-финал, и яма-суперфинал. Значит, там будет, наверное, какой-то мега-суперфиналист и мега-недофиналист. А, мега-полуфиналист и, наверное, или... А, финалист и суперфиналист какой-нибудь, по-любому. Победитель чемпионата, чемпиона трех сезонов. Значит, у теневой адепт и 200 очков на него входить. Ну, давай войдем в него. И посмотрим, что он вообще умеет, этот парень. А может, девушка, кто там у них главный, сухарь? Лишь финалист заслужил право увидеть его. Вы чувствуете, как дрожит земля? Дамы и господа, встречайте чемпиона трех сезонов. Сухарь! Это она заорала, как вот этот ринг-анонсер, который объявляет. В смысле, а я? А в левом углу ринга Дановиор! Сухарь в своей лучшей форме. А я в одном из последних сетов, между прочим. У меня вообще форма норм. Я рваные раны накладываю. Я семью волка разматываю. Забираю его экипировку. Ух, нихера себе, ты бьешь как ловко и больно. Так, тихо. Тихо здесь. Мужичок, успокойся, пожалуйста. Нифига. Вот это было жестко. Теневой прием. Слушай, ну, сухарь неплохо начал разматывать. Очень мне стиль напоминает Хаммерхеда из ивента с морской шумихой. Там тоже очень жесткие уроны заходили. Ну, мы все в свое время такие уроны терпели от Хаммерхеда. Они были нереальны. Кстати, еще трясется немножко этот. Слушай, слышите, чувствуете? Трясется немножко земля. Вот. От Хаммерхеда все офигевали, все ютуберы, которые снимали морскую шумиху, и я, и Экзик, и Килоби, да все, кто могли вообще ее когда-то снимать, да Стивен Геймс даже, да все. Хаммерхед не давал никому, он давал с непрерывностью и больно. Непрерывно и больно давал. Так, все, мы вытащили? Отлично. Затащили катку. И чё? А, так тут три этапа, нихера себе. Хорош, дальше сухаря мало кто проходит. Но и остальные чемпионы в этот раз не хуже. Поверь мне, был бы кто-то другой на твоем месте, я бы ему уже посоветовал сдаться. Мне очень важно, чтобы ты победил, понимаешь? На водице попей. Четыре этапа тут. Вот это да, еще и две попытки. Ха, я думал, тут один этап. Но на суперфинале, я так понимаю, будет один боец. Как и вот Линк, вот этот, да, который пил... Ворон вот этот, который был на бою с ним один этап был. Вот, наверное, последний тоже один будет. Я тебе заранее не говорил, потому что к этому особо не подготовишься. Короче, твой следующий противник это, ну, птица. Не вздумай смеяться. С ней шутки плохи. Она тоже чемпион. Ее зовут Аврора. Чего? Там что, этот, что ли? Димаш Кудайберген? То ли Клест? То ли Сокол? Я не ученый. Я, честно говоря, по-моему, даже не слышал, что такая птичка есть. Что за птичка? Клест? Честно, вот не знал. Обычно у нее какой-нибудь человек на подхвате, но он доставит тебе меньше всего проблем. Авроры, берегись! Аврора, берегись! Дамы и господа, следующий чемпион уже над вашими головами. Трепещите перед Авророй! Так она взяла ее, получается, у этого. У Тарлана, да, получается. Крылья Авроры что-то еще больше, когда она голодная. Короче, она от нее будет подпитываться мощью, как Тарлан, да, это дело. Ну да, она иногда накидывается, короче, меня, на меня. Все, я понял. Да, она на меня накидывается и помогает. Слушай, ну прикольно. Прикольно сделали. Здравствуй. Вы видели это? Так, ну во втором раунде, скорее всего, что-то жесткое будет. Прикольно, конечно, птичка летает.
Но чувствую, что-то сейчас жестенькое будет здесь. Верная Аврора. Помогающая в бою. Так, Аврора зовут птичку или вот эту девушку? А, получается, эту девушку зовут Аврора. А птичка, она как у Тарлана, смотри, способность имеет. Она помогает. В мире Shadow Fight'а есть, короче, птички, которые помогают. Смотри, она не дала мне теневую юзануть, офигеть. Ну, жестко, жестко. Воу, 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 отпрыгивай. Жесть. Сейчас еще загасит меня, нифига. Так, тихо. Да, да ладно, нифига, сейчас убьет же. Так, окей. Фух, нифига, с критом. Отлично, прям в подбородок. Ну, я успел, успел. Она почти меня победила. Короче, она тебя тормозит. Когда ты начинаешь атаку или готовишься теневую юзать, птичка тебя тормозит, она тебя как бы в ступор вводит, и ты не можешь двинуться. Я понял. Ты как? Силы остались? Последний противник, и ты проходишь суперфинал. Ты очень хорошо идешь, совсем как я. А чё ж ты сам-то не ходишь-то? Чё ж ты меня послал? Иди сам участвуй. Последний? Тут еще два. Какой последний? О чем ты говоришь? Или там меня ждет какой-то мега-сюрприз, которого я офигею? Так, что там, судья? Наш будущий чемпион действительно чемпион из будущего. Прямо во время одного из матчей на арене открылась теневая дыра, и он появился. Из будущего, ты понял? Настало время решающей схватки. Пройдет ли наш финалист суперфинал? Сейчас мы узнаем. Кто не платил налоги императору? Кто не подносил дары королю обезьян? Бегите, пока можете, на арене судья. Смотри, как он выглядит. Из будущего, еще и борода. Нифига, у него меч. Это же как этот, что ли, получается? Так это тот, который защищается. Или ты не защищаешься, как Бола? Подожди. Он что, не защищается, как Бола? Только Бола так умеет, получается. А, ну, ё-моё, я думал, это уникальная способность только у Бола, а оказывается, у него, у этого судьи тоже. Тьфу, ё-моё, блин, а я-то уж подумал. Эх ты. Не понял, я дунул, и ему пофигу? Да, ребятки, ну это печально, конечно. А я думал, Бола уникален. Мое молчание судье не помогло. Он от меня же и умер. Слушайте, ребят, ну это неприятная темка. Я думал, даже с этим клинком, типа, я могу урон ему наносить. А оказалось, блин, у него способность просто как у Бола из будущего. Блин, вот это мне не нравится, что уникальные способности, казалось бы, боссов дают простым каким-то мобам, которые, в принципе, не должны таких способностей иметь. Не знаю, может, я сильно как-то бузю, но это все равно как-то не то. Вот я бы на твоем месте подобрал бы этот меч и себе в коллекцию забрал. Ты видел, как он его откинул? Он ему не нужен, а ты стоишь и держишь свои ножики. Эх ты. Так, и он проходит суперфинал. Рви, кусай, побеждай. Я за тебя вообще не волновался. Мне нужно отойти ненадолго. Удачи в суперфинале, брат. Отойти, это в смысле он сваливает, потому что меня там заколушматят на финале сейчас, да, судя по всему. Дадут по лбу, и я отъезжаю. Кто там? Штрафник. Ущипните меня за я... Это проклятый чемпион? Снова здесь? Уже какой чемпионат подряд? Наконец-то у него появился достойный противник. Я тебе хотел сказать, что нам придется сразиться в суперфинале, но как-то к слову не пришлось. Давай-ка подеремся на славу. Короче, штрафник пошел, отошел на минутку и переоделся. Вот оно что. Он переоделся в него, в диван. Шкаф переоделся в диван. Вот это я понимаю, вот это история, ребята. Дамы и господа, это суперфинал Ямы и наш проклятый чемпион. Штрафник, рви, кусай, побеждай. Слушай, он прям как варенье. Он прям как варенье. Офигеть. На ваших глазах творится историческая хуйня, она говорит. Так. Он как варенье, точь в точь. Жесть. Я так понимаю, здесь он слабый, а в суперфинале он будет все умения применять, которые в нем есть, и давать мне полбу, да? Потому что... Кого еще вставлять в суперфинал, если не его в усиленном виде? Тут он простой, а потом он типа озвереет, я так понимаю. Да, ребята, здесь он просто, смотрите. Кайфует, он изучает меня, как я дерусь.
А потом на финальчике мне внесет по лбу, как говорится. Да, он вообще не дерется, обрати внимание. И чё? Он не дерется, он даже кулаками не махает, он стиль кастетов не показывает. Он готовит это для суперфинала, стопудово. Ну ногами, ногами дерется, это смешно же. О, я... Ребят, я предполагал. Я предполагал, что эта тема будет. Я плохо себя контролирую. Я предполагал, что будет удар двумя руками по земле. Ну, типа, нижний удар, как варенье. Я предполагал, что у кастетов будет вот эта тема. Отлично, мои предположения подтвердились. Это круто. Но, по сути, больше реально нечего было вводить. Серьезно. Поэтому это очень круто, крутое решение. То есть, по сути, перенести из арены эту темку. Но спецприема еще для них нет в игре, поэтому он появится немножко позже. Насколько... Ох, нифига себе! Вот это он мне вшатал. Все, он типа под конец начал ломать меня, да? Все, я понял. Тихо, тихо, тихо здесь. Окей. Нет, я побыстрее буду здесь. Отлично, он, кстати, кастеты выпали из рук, смотри. Прикольно. Слушайте, ну это круто. Это круто, как ни крути. Круто, как ни крути. Так, окей, уникальный прем. Ну, как раз мы там для марафона. Невероятно, это суперфинал ямы. И это первое поражение проклятого чемпиона. Прямо на ваших глазах. Где еще такое увидишь? Что ж, поздравляю и спасибо тебе. Меня звали проклятым чемпионом, потому что никто не мог победить меня в чертовой яме. Всякие негодяи срубили огромных деньжищ, потому что ставили каждый раз на меня. Год за годом это было дико скучно. Спасибо, что помог. А теперь эти негодяи проиграли деньги. Они такие по коэффициенту поставили, да, на него. Не, а кто на меня поставил? Они же еще больше выиграли, получается. Если ставить на слабейшего, но он выигрывает. Ты ж типа больше отыграешь. Это типа большие риски, но ты типа в ставочках-то не прогорел. Вот, а кто поставил на него сейчас, да, обоссался, конечно. А теперь погнали отмечать. Быстро, пока она не... Эй, а ну, подождите меня. В смысле, она тоже выпить пошла? С ними? Не надо с нами. Мы сами там справимся. 150 ключей. Так, а чё за суперфинал-то тогда, если я уже сейчас такой весь из себя красивый? Типа все прошел. За открытие бустерпака события. За открытие премиального бустерпака. Где мои очки марафона? Я сейчас просто в ахуе сижу и не понимаю, что происходит. Я открыл премиальный пак события. И здесь нету... набранных очков. Где мои очки? Ребят, скажите, пожалуйста, очки-то засчитываются у вас? Потому что у меня не засчитываются. Если это баг, пожалуйста, напишите о своей и о моей проблеме туда, повыше, чтобы они видели, что у нас проблемы. У нас не открывается, очков нету. Это так же нельзя. Так, ну что, суперфинал? Яма? Ну, я так понимаю, сейчас будет он же, но только в виде очень жесткого чела, да? Он очень жесткий будет. Так, ну все, хорошо, я тогда беру за 800. Как бы без проблем. И поехали. Попробуем. Глянем на этот суперфинал. Странно, а почему не засчитывается? Это ж премиальный был. Интересно. Чё за бредятина такая? Ладно. Короче, сейчас, наверное, тоже он, но более сильный, да? Ну да, да. Скорее всего, более сильный. Ну да, смотри, он сейчас стал... Ох, да, он стал прям выкидывать. Он жестко стал жарить меня. Он прям стал кулаками намахивать жестко. Да-да-да-да-да. Как я и предполагал. Это уже рекорд. Там он ножками кидал, еще что-то делал. Здесь он прям выдает так, что я, мама, не горюй, короче. Все понятно. Так, хорошо, штрафничок. Давай. Ну, в целом, кстати, вторая часть события мне безумно зашла. Чемпионат вот этой ямы очень крутое событие. Ну, ребят, я не знаю, как вам, но мне это событие очень зашло. Вот именно вот эта часть события. Первая полная фуфляндия была, а вот это прям хорош. Это прям хорош. И я понимаю, что первая часть события для разогрева была, чтобы ты синие печати пофармил, но оно абсолютно ненужное, я считаю, вот эта вот первая часть. Абсолютно ненужная часть события.
Вот, надо было просто запустить какой-то... Вот эта Сакура бы прошла, и запустили бы чисто вот это, все. Этого было бы достаточно. А вот это я не я, штрафник... один штрафник плюс пять штрафников, это полная херь. А вот это круто, вот это круто. Я понимаю, что там, типа, на подготовочку дали немножко вот этих синих печатей заполучить. Так а зачем они нужны? У кого есть рубины, так смогут этапы купить, например. А вообще, чисто поиграть, кайфануть, в принципе, просто этого ивента хватает. Нифига, у него приемчик, вы видели? Вы видели, как он умеет? Не, ну полноценно испытать этот приемчик смогу только я сам, когда его получу. Меня интересует сейчас, почему я не это... Паки очки не засчитывают, почему? Давайте рекламу глянем, что там по бонусу. Так, ну за рекламу 40 дается. За крутой этап дается 40. Так, теперь смотрите. Нифига. Просто нифига. Про какие имеется в виду паки, вот мне интересно. Те, которые отсюда открываются, или те, которые уникальный премиум? Просто и премиум, и стандарт я уже получал. Только вот за эти, за которые ты покупаешь, только за них очки дают, или как? Потому что... Ребят, короче, пишите в комменты, дали ли вам очки за паки, которые внутри события вы получили. Или дают очки только за которые покупаешь паки. Именно за жетоны. Короче, не знаю. В общем, пишите в комменты. Вот такая вот получилась, как говорится, история нового ивента. Ивент сам, вторая часть Чемпион Ямы, мне зашел. Это было круто. Вот, в общем, посмотрим, что будем делать дальше. Но я определенно, если это событие реально будет запускать очень редко, я думал, это будет уникальный сет, ну, уникальный красный цвет у карт. Но это событие, не знаю, как часто будет запускать, но судя по всему, ребята, судя по всему, оно будет очень редким, и вряд ли в паки и в сундуки добавят эту экипировку. Поэтому, ну, конечно, хочется заполучить этот сет, поэтому, ребят, я рассчитываю на вашу поддержку, на лайки, на комментарии, на все-все-все, чтобы, возможно, мы попробовали с вами замутить Fight Pass этот и посмотреть, как оно все работает. Возможно, даже пройти другое событие уже в этом сете. Все, всем спасибо и до новых встреч. Пока.